Да ладно. Дома. Слушай, завтра будет свадьба моего лучшего друга с Джулией Робертс. Ты так... Что, как это завтра? Ну. И ты мне только сегодня об этом говоришь? У тебя что с головой? Ты хоть что-нибудь соображаешь или нет? Завтра идти? А я в чем пойду-то? У меня ж нечего надеть-то. А подарок? Ты купил подарок-то? Как тебе ума-то хватило? Если завтра-то уже, что ты мне раньше-то не сказал? Какая ты дура у меня, а? Кино так называется. Свадьба моего лучшего друга. Тут у меня темная, некультурная женщина. Ой, ладно. Кто бы говорил? Тоже мне культур-мультур. В прошлый раз вон тоже на Лебединое озеро пошли. Так ты с удочками приперся. Спасибо, хоть червей не накопал. Тоже мне культурный.